Здравствуйте, друзья мои! С вами Садрич. Я сегодня начинаю впервые свое путешествие по Астане. Я буду вас знакомить с достопримечательностями города Астаны. Но вы уж не судите меня так строго, если я буду какие-то объекты называть неправильно. Я же ведь впервые здесь, в Астане. Хочу показать вам красоту Астаны. Будет много видео. Сейчас это у меня первое путешествие по Астане. Оставайтесь со мной. Сейчас переезжаем мост через Ишим, да? Кухня, оказывается. Смотрите, друзья, я не забыл, что через мои годы этот Зеленоград был протекала река Ишим. Теперь Ишим протекает через Астану, вот, или через территорию Астаны. Это мечеть тоже, да? Не мечеть? А какое-то посольство. Посольство какой-то восточной страны. Отсюда не видно надписи. И посреди прототип университета Ломоносова. Построен почти как в Москве. Прокатимся на этом, на этой карусели. Я люблю высоту, риск, мне нравится. Поэтому я являюсь инвестором, потому что мне риск нравится. Люблю рисковать. Зашли, купили билеты на Экспо и теперь едем дальше путешествовать. Здесь внутри очень красиво, очень просторно. Наверху есть такие зигзагообразные рельсы, по которым мы ходим. И можно проводить осмотр всей окрестности. Очень зрелищно.
Назарбаева. На очень большой территории расположен университет. Между прочим, со мной в самолете летела девушка из Сингапура, и она будет обучать здесь студентов дизайнерскому делу по созданию элегантной одежды. Вот справа от нас виднеется сооружение, это дилершип французской компании по продаже автомобилей Renault. Свои здания для размещения своих торговых компаний, представительств и разных бизнес-центров. И особенно много здесь развлекательных центров. Мне кажется, что в будущем Астана будет вторым Лас-Вегасом. Особенно, когда ночью едешь по городу. Будет время, я вам обязательно еще расскажу по прогулкам по ночной Астане. Так что следите за моими видеороликами, за моим каналом, будет очень интересно. Вот вдали появился сферический шар. Это экспоцентр. Это та знаменитая лазерная сфера, которая ночью переливается разными огнями. Это очень красиво, очень зрелищно. Начинается экспо, и мы, конечно, обязательно посетим. Внутри как? Там все расположено. Что расположено, я, по-моему, обязательно в другом видео покажу. Так что следите за моим каналом. Будет очень интересно. А вот сейчас слева опять мы видим главный фасад университета Назарбаева. Территория, как я вам уже говорил, очень большая. Проехали. И опять же мы еще находимся напротив территории университета Назарбаева. Очень замечательное учебное заведение. А вот здесь вот опять справа у нас появляется Silk Way. Это торгово-развлекательный комплекс. Но я еще там не был. Не успел. Доведется, обязательно покажу и покажу. А вот здесь вот, перед экспоцентром, видите, такие добротные дома, жилые дома, жилой комплекс большой. Мне рассказывали, что здесь квартиры очень большие, просторные, от 150 до свыше 200 квадратных метров.
каждая горка. Прекрасно. Живи и радуйся. Красавица дом. Да. Такая красота по Астане. Я езжу, смотрю, восхищаюсь и поражаюсь. Спасибо президенту. Мы радуемся. Который создал такой прекрасный город Астану. Аж мне самому захотелось жить здесь. Понимаете, как хорошо. Воздух чистый, приятный. Холодок такой бодрящий. Не жарко, а такой бодрящий холодок. Смотрите, какие метели здесь. А я хотел показать метели. Ну, половина, я думаю. Административные сооружения, здания, добротные жилые дома. Вот знаменитый Пайтерек. Ну, про это будет отдельное видео. Я поднимусь сюда в шар и оттуда сделаю отдельное видео.
крупные здания правительства Республики Казахстан. Здесь расположены министерства, комитеты. Одним словом, все правительство в этих зданиях, которые вы видите. В первом золотистом здании расположено казачейство, а во втором, там золотистом, расположен бизнес-центр Алтын Орда. Называется Алтын Орда. Ждите моих следующих видео, будет очень интересно, секс по центру, ночная Астана и другие развлекательные мероприятия я буду выкладывать в своем видео.